Всем приветики. У меня завтрак. У меня чай. Очень громко работает вытяжка. Я надеюсь, что будет слышно меня. И вчерашние гребешки, которые мы купили у амбассадора на том рыночке, что там остался. Там 3 лоточка всего. Вот. И да, я еще варю куриный супчик. Это все, что я смогла найти в ближайшем Миниси. Всем доброе утро и приятного аппетита. После бассейна можно и джакузи. Ну что, заходим? Очень много квартир непроданных. Давайте зайдем, посмотрим. А, ну здесь уже делают ремонт. Окей, не будем заходить. Пошли дальше. Вот наша квартира, да, а напротив вот. Так. Видите, вот так выглядит. Это one bedroom. Да, это ванная. Комната, это спаленка, это как у нас примерно планировка, только с выходом, с видом на бассейн. Ну, с видом на горки, кстати. Ладно. Мы квартирами не занимаемся, не продаем их, поэтому просто чисто вам показали. Гранд Флорида очень классный комплекс, и я бы хотела здесь иметь квартиру, если честно. Doors opening. Going up. Going up. Ой, какая жаришка сегодня, да? Ну, пошли жариться. Тишина, никого. Кинг-Конг молчит. Ой, ё-моё, как жарко. Тенек. Ага, пошли в тенек вот туда, в пасть Кинг-Конгу. Да. Да. Надо туда дойти. Как-то. Я доплыву. Можем прямо здесь, кстати, спуститься. Ну, мы пойдем куда-нибудь. А можем и здесь. Я могу доплыть. Можем здесь, кстати. Что далеко ходить? Только где лежак в тенечке? Пойдем искать лежак в тенечке. Вот здесь можно. Здесь? Ну, пойдем. Где-нибудь тенечек найдем. А я туда поплыву. Вот он тенек. А, да, тенек, кстати. Здесь под мостиком можно. И на лежачке тоже тенек, да? Пойдем. Красота. Ой, там какой-то котел, смотрите. А, подогревают воду, видимо. Короче, кипяток запускают. Здесь очень горячие термальные ванны с гидромассажем. Ну ладно, в общем, мы накупались. Все, let's go. Пошли домой. Мы едем на Тепрозит. Мы еще вчера собирались на ночной рынок Тепрозит, но вчера произошло у нас несчастье в Москве, поэтому мы вернулись. А сегодня мы все-таки едем. Такси Bolt прибывает через 1 минуту. Красный Toyota Veloz 8904. Ждем. Тут чья-то еще ванна стоит. Ошибись.
наш вход. Это не основной вход, это наш вход, к которому нам ближе. А еще продается каннабис. Вот он, наш такси. Поехали. Угу. Несмотря на то, что эконом, да, мы заказывали, приехала абсолютно новая машина, чему мы очень рады. Мы едем на Депозит Найт Маркет, но сначала мы зайдем, наверное, в магазин, то, что надо кое-что купить. Лет мол Паттайя. Посмотрим, что там изменилось. Идем. Пойдемте посмотрим, почем чемоданы. Ага, 20 дюймов 3290, 25 3690. Смотрите сами. Вот прикольный, кстати, да? Прям такой классненький. Я бы такой себе для ручной клади приобрела. Да? Классный. Ну-ка, ручечка. Легкий? Очень? Угу. Так, и он стоит у нас 3490. Все, удовольствие. Идем дальше. Очень классный рюкзачок. Очень. Мы такие в Америке заказывали. Здесь 690 батов черный, 490 другие цветные. 490. Ага, Джанспор. Слушай, прикольные, да? Цвета такие классные. Ага, здесь 690 тоже. Вот этот, кстати, классный черненький. Ну, такой, правда, материал не очень, но... Так, а это что у нас? А это мужские уже сумочки. Всякие, кстати, мужская сумочка. Сколько она у нас стоит? 400... 990 батов. Ага, окей. А вот смотри, большой такой, как у тебя, только большой. 690 тоже, видишь, огромный такой, да? Летний рюкзачок. Thank you. Пойдем. Идем дальше смотреть. Везде сплошные чемоданы, сумки, одежда. Смотрим, спортивные вот тут. Посередине тоже что-то продают. Какую-то одежду. Ну, вот, например, 699 футболочка. Мужская. Синтетическая, ребят. Это сколько? Marvel. Угу. Сколько? 10% скидки. И 459, а и 10% скидки. Это хоть хлопок хороший. Классная, кстати. Ну да, 400 бат. Угу. 400 батов. Угу. Ну, прикольная, кстати. Мне нравится. Я просто про Marvel. Вот я и хотел. Marvel? Тут всякое для подводного плавания. Масочки, очечки. Здесь у нас, о, сейл, 199 батов. Так, 199 батов, вот такие пластинки спортивные. Кстати, я собралась заниматься спортом по приезде в Москву, поэтому мне лосины, кстати, пригодятся. Вот такие, с такой попой. Пошли дальше смотреть. Шортики, шортики мужские, плавательные, похоже. Да, плавательные. Угу. Сколько они стоят, кстати? $390. Это 199. Что ты не смотрел? Ну, что ты смотрел? Вот эти? Не, просто вообще. 400. Что это у нас? Wave Inspire. Не, ну не она, конечно, но... Она. Ну не она, конечно. Та была Фила, которую ты хотела, а это Converse. Converse, сколько у нас стоит Converse? 890 это бат. Такая. 890 батов. Ну, если хочешь красную, пожалуйста, покупай. Ну, ты вроде хотела другую. Сейчас ребенок решит, хочется она такую сумку или нет. Мы, если что, мы как бы знаем, что она здесь. Если что, пойдем посмотрим еще и вернемся. Что там? Там что? Там ничего нет, там даже карманов нет внутри. Короче, давай посмотрим еще, если что, вернемся и возьмешь ее. Хорошо?
Хендерсон. Мне вот такие сумочки нравятся. Дианка на пояс хочет, а я хочу. Шопер. Классненький такой, да? Вообще. На пляж, по городу, куда угодно. Сколько стоит, кстати, такая прелесть? Большая стоит 990 бат. Маленькая, ну, не знаю, здесь нет цены. Ну, примерно прикидывать. Идем искать сумку на пояс, Диана хочет очень. Ты, я? Я? Ту. А что я пищу, блядь? Я, похоже. Ну-ка, ты. Я не знаю, телефон может. Не знаю, что пищит. Давай посмотрим. Сколько она стоит? 2290. Смотри, какая классная. Ты же хотел. Ну, она, кстати, синтетическая, да? Не, ну мне вот а? А, это самое, одну покупаешь, одна бесплатно. То есть, получается, ты одну покупаешь, за 2,290 ты можешь две купить. Так, моего мужа заинтересовало. Угу. Одну покупаешь, одну бесплатно. Так, Андрей выбирает. О, ты выбрал, слушай, клевое, кстати, 990. И такую еще возьми какую-нибудь. Слушай, клевое вообще, мне нравится. И качество такое классное. И какую-нибудь возьми еще, я не знаю, там, какого-нибудь цвета. Вон, черную да. Хочешь? Давай. Да, я черную хочу. Я еще черную. Классно, мне нравится, не знаю. Хлопковое, классное качество. Вымирает. Пусть выбирает сам. Или тебе помочь, нет? Барт Симпсон. Ты хочешь именно в черном цвете да, или да, нет, в черном, да? Да, сейчас в черном. Ага. Вот смотри, Гомер, как увидел. Она, нет, правда, по 690. Ну и пофигу. Но, правда, слушай, такая эта аппликация. Нет, мне не нравится. Не нет, знаю. Это. Нет, какая-то аппликация не очень хорошая. Ну, я не знаю, правда. Вот, смотри, Барт какой. Да, у меня Барт уже есть. Здесь Барт? Да размер-то фиг с ним. Да смотри, какой мы найдем размер. Вот, ну, вот. Вот это клевая, правда. Какой? Вот такой хочешь? Скрасти? Да. Скрасти. М-ка. Не хочешь померить, что примерочные нет, есть? Не хочу. Даже не, я думаю, дырка? Что тебе надо... Ну, я понимаю, ты померяй. А вдруг они тайские эмки? Ну, давай. Ну, давай. Маленькая, мне кажется, телька нужна. Ну-ка, я тебе говорю, это размер какой-то, это маломерка, что ли, не могу ты понять. Маленькая. Просто ты сейчас похудел еще, вот, а если ты как бы, ну, будешь в нормальном состоянии, то, мне кажется, тебе нужна элька. Сейчас, элька, какую? Вот эту и эту. И ты эту померяй. Ну, а что, она такая же? Красть, я тебе точно эльку принесу сейчас. Совсем другое дело. Хорошо. Отлично. Вот элька. Тайская элька как раз она тебе. Угадана. Отлично. Вот. Ну тут видишь, не угадаешь. Чё? А вторую померяй, пожалуйста. Вид, коробки разгружаются, блин. Ну, блин, классно. Качество. Ну, Андрею просто нравится этот самый. Так, Андрею нравится этот самый. Слышишь, что я сказала, да? Там. Ты доволен? Самое главное. Чтобы муж был доволен. И тогда мне можно покупать все, что угодно. Что ты так повесил-то прям через это? Это сам вытащи. Покупай Анну, Дуя Бандара. Как? Покупай Анну, Дуя Бандара. А, еще одну и две... А, три за 990 бат? Да. Здесь прайс? Да. Три? Да. Бери еще третью, выбирай. Вообще подарок судьбы. Богат. Подарок судьбы. Давай, давай. Давай, давай. Только сегодня, только сейчас. Понял? Давай. Выбирай какую-нибудь с Бартом там или еще с кем-нибудь. Вот смотри, вот какие-то тут тебе. А что ты черную? Ты возьми какую-нибудь другую, какого-нибудь другого цвета. Например, вот этого Барта. Что тебе надо? А тебе тоже нужен. У меня уже есть. Вот Гомер. Гомер, 690, ты... правда? Ну ладно. Ну что? А, вон, смотри, желтенькая, смотри, видишь? Желтенькая. Да? Ну это, как какую? L. L. L size. Вообще подарок судьбы. За 990 бат просто три футболки тебе, да? Скажи, круто. Ну, мерить, наверное, не будешь. Я думаю, что все нормально. Нет, M-ка. No. L. L size. L.
будет, будет. А, и скелетики, да? Ну, да. Тебе нравится такое? Да, прикольно. Скелетоны. Нету. Нет? Нет, Эльки? Нет? А, ну хорошо, тогда... А тут? А здесь, да. Ну, ладно, будет черная. Ну, хорошо, пускай будет черная. Сейчас здесь я тоже не буду. Тебе же нравится черная? Сейчас ну, да. Скажу, она не нету. Может. Ну вот, видишь, как хорошо. О, окей. Пошли покупать. Муж доволен капец. Три футболки за 990 бат. Кстати, хорошего качества, отличного, и с Симпсонами. Ну что ты, да, это все. Я постарее хотел. А? Постарее хотел. Да ладно. Классно, классно, ну, классно. Ты доволен? Нормально, конечно. Вообще шикарно. Причем хорошего качества. Мне вот это больше всего нравится. Да? Ну взял бы таких две. Нет? Ну а черные опять? Ты две взял черные. Ну и пускай. Да? Ну черные, они не мои. Ну, смотри, пакетики прикольные. Спасибо. Капунка. Thank you very much. Bye-bye. Кстати, я в футболке вот так. Ребята, привет. Все-таки Андрей заставил меня снимать. Я не хотела, видит Бог. Потому что столько всего произошло. Но на самом деле очень многие ждут моих впечатлений о поездке. Поэтому пришлось взять в руки камеру. А, US Paul Lassen. Пойдем посмотрим Paul Lassen. Пошли. Вообще, на самом деле, нужна сумка поясная Диане, она очень хочет. Поэтому идем искать. Вот. Блин, пить так хочется, вообще капец. А что пить? Я тоже. Thank you. Капунка. Спасибо. О, сикирайс. Мы тут идем охлаждаемся. Это просто невозможно, как хочется пить. Кстати, мало народу пока, да, еще выставилось? Мало еще народу, да? Андрей выпил уже лимонную воду какую-то. Вкусный был, да? Кисленький, да? Чипсы рисовые, 20 бат. Все шашлычки по 10 бат. Все. Дуриан. Лапша. Роллы. Идем дальше. На Топразите очень мало лотков. Что здесь? Здесь стоят столики. Здесь можно прям покушать. Думаешь, рано? Сколько времени? 7. Нормально, из 5 открываются. Есть утка. Пицца. Пицца по 20 бат кусочек. Так, здесь что у нас? Шашлычки опять. Креветки сухие какие-то. Гранатовый сок. И сок из маракуйи. Сок из маракуйи не хочешь? Нет. Паттайя. Очередь стоит. А еще какие-нибудь возьми вот эти. Ты спайси? No, спайси. Возьми еще парочку таких. Парочку, да, взял? Ну все, наверное.
Okay. No spicy, please, okay? No salt. Ой, ребят, короче, мы затарились везде. Вот. И в Севане, и на Тепразите. И сейчас мы ждем такси. Должен приехать сейчас за нами наш любимый Болт. 4204 номер. Да, он сейчас развернется и приедет. Да, он отсюда приедет. Вот. А Форд Фиеста, не Сиерра. Форд Фиеста серый. 4204. Что хочу сказать. На Тепразите, на рынке Тепразит, на ночном рынке, наверное, вне сезон, очень-очень мало лотков открытых, да, то есть каких-то там с едой. Одежды, вот, пожалуйста, вот отсюда начинается, и туда несколько рядов, наверное, рядов 5-6 идет, да. Всего три ряда. И то через один, через три, да, лотки открытые. Единственное, что мы, куда стояла очередь, это Паттай, шашлычки брали все. Ну, мы, собственно, взяли то же самое. Вот, поездка получилась такая себе, вот, ну, нормально. В общем, прогулялись и хорошо. Сейчас мы едем домой. Увидимся дома, дома включимся. Когда будем кушать, покажем, что купили, что мы будем кушать. Пришли. Что мы купили? Два шашлычка с курицей, такие вот с овощами, да, это с овощами. Два шашлычка со свининой, такие же с овощами. А потом вот такие шашлычки с, ну, такие шашлычки из осьминога, да, Андрей? Осьминог, кальмар, пожарили на гриле, да, кальмары, там щупальцы, ось какие-то, стики райс и паттай. Паттай вообще все очень вкусно пахнет. Я хочу вам сказать, мы будем кушать, и всем приятного аппетита.